средствами материнского капитала можно будет расплатиться за товары. Такое право могут получить родители, воспитывающие детей-инвалидов. Подробнее об этой и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Использовать материнский капитал для приобретения товаров. С таким заявлением выступил премьер-министр страны. Согласно предложению, в ближайшее время будут внесены поправки в уже действующий закон, согласно которым родители или усыновители инвалидов смогут, не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка, использовать мат-капитал для оплаты услуг или приобретения товаров. По мнению специалистов, это позволит семьям обеспечивать детей с первых лет их жизни всем необходимым. Уже с 1 января размер материнского капитала может составить 475 тысяч рублей. Но согласно законодательству, федеральная программа должна закончиться в конце 2016 года, хотя многие чиновники выступают за ее продление. Коррупционеры не смогут получать надбавку к пенсии по выслуге лет. С такой инициативой выступили депутаты Государственной Думы. Согласно законопроекту, осужденные за коррупцию госслужащие должны лишиться права при выходе на пенсию получать доплату, которая составляет 75% от оклада. Такое поощрение предоставляется за службу на благо государства, но если чиновник совершал преступление против интересов страны, то доплаты ему давать не следует. Хотят запретить размещать гостиницы в жилых домах. Такую инициативу на рассмотрение Госдумы внесли народные избранники. Согласно нововведению, предпринимателям ограничат места создания хостелов и гостиниц. По мнению госслужащих, это позволит сохранить права граждан, проживающих в многоквартирных домах. Также специалисты отмечают, что в ряде случаев хостелы располагаются в зданиях, являющихся памятником архитектуры, и тем самым наносят им определенный ущерб, делая перепланировку.